вышел в перерыве, и сразу же игра изменилась, 3-0. Твоя заслуга? Нет, заслуга команды. Нужно было понимать, что мы играли в большинстве, поэтому нужно было забить. В принципе, в первом тайме были хорошие моменты, но не забили. Во втором тайме шикарный гол забил Ману, поэтому игра, в принципе, поменялась. Игра была догола, это нужно просто быстро забить. О чем тебя тренерский штаб просил? Какие указания были? Ну, то, что нужно играть все вперед, обострять игру, в принципе. Опять же, повторюсь, что у нас на игрока больше было, поэтому то, что мы выиграли, я думаю, это заслуженно. Поэтому выйти вперед, обострять, создавать моменты, забить гол, постараться. На одного игрока больше, это, конечно, хорошо. Тем не менее, из этого тоже пришлось тактически перестроиться. Да и в целом на игру вышли 4 защитниками. Вот эти тактические нюансы, они как, помогают или, напротив, иногда мешают? Ну, мы до этого же играли в 4 защитника на сборах. Поменялась тактика, но все равно, конечно, тяжело, когда ты играешь в 3 центральных, то есть 5 защитников. То сейчас 4, поэтому ребята квалифицированы в обороне, я думаю, они перестараются без проблем. Я уверен, что вы прекрасно до матча знали, что наши конкуренты, да, потеряли очки. В таких ситуациях Локомотив тоже любит терять очки. Из этого был страх? Нет, страха абсолютно никого не было. Все ребята понимали, что выиграть сегодня игру, команда поднимается вверх. С хорошим настроением будем готовиться к следующему матчу. Поэтому осечек никаких не должно быть. Дай бог, чтобы все так же продолжалось.